Здравствуйте. Предлагаю связать вместе со мной детскую косынку. Узор косынки довольно прост, и все мы с ним справимся. Вяжется он таким образом. Это вот у нас провязан будет первый ряд, затем второй, третий. И таким образом будет увеличиваться треугольник, и вы всегда сможете связать такой размер, который вам необходим, примеряя к голове ребенка. Данная косынка связана на 5 лет, и ширина ее получилась 48 сантиметров, 24 и 24, то есть 48, и в высоту получилось 23 сантиметра. С вами я буду вязать косыночку белого цвета, и затем хочу ее украсить красными маками. Крючок я взяла для вязания 2,1. Ну что ж, приступим к вязанию, садимся поудобнее и начинаем вязать. Провязываем начальную закрепительную петлю. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и провязываем еще 2 столбика с одним накидом в первую петлю. 1, 2. Затем вяжем 2 воздушные петли. Накид и провязываем еще 3 столбика с одним накидом в первую петлю. 1, 2. Три. Разворачиваем полотно и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же провяжем еще в первый столбик еще 2 столбика с одним накидом, чтобы у нас получилось 3 столбика с одним накидом. Затем вяжем 2 воздушные петли. Между столбиками у нас будет всегда провязано 2 воздушные петли. И теперь по цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И еще под эту же цепочку 3 столбика с одним накидом. Затем снова вяжем 2 воздушные петли. Накид и провязываем последний столбик. Это у нас состоит он из 3 воздушных петель, то есть в третью воздушную петлю провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2, и сюда же провязываем 3. Но хочу вам сразу сказать, что очень приятная эта ниточка. Такой нитью я вяжу первый раз. Мне очень нравится, она мягкая и приятная в вязании. Итак, мы с вами провязали 2 ряда. Видите, у нас уже наш треугольник увеличивается. И приступая к вязанию третьего ряда, развернем полотно и провяжем в начале 3 воздушные петли, заменяющие нам столбик с одним накидом. Затем накид и над этим же первым столбиком, откуда мы вязали 3 воздушные петли, провяжем еще
2 столбика с одним накидом. Затем 2 воздушные петли и под следующую цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Снова вяжем 2 воздушные петли. И вот теперь обращаю ваше внимание на середину. Если это мы усвоим, у нас пойдет все как по маслу. И здесь мы по центру вяжем все время 3 столбика, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. Вот этот у нас центр косынки. В остальных местах мы везде под цепочку из 2 воздушных петель провязываем по 3 столбика с одним накидом. Я надеюсь, вам это понятно, и я думаю, что у нас ошибок не будет. Итак, провязываем 2 воздушные петли, и вот у нас центр косынки. Здесь мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и под следующую цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом. Снова 2 воздушные петли. И вот в третью воздушную петлю цепочки, которая заменила нам столбик с одним накидом, провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И затем снова набираем 3 воздушные петли и повторяется у нас вязание. Наш треугольник постепенно будет увеличиваться. Давайте теперь вы вяжите без меня, так как я надеюсь, что вам понятен уже был рисунок косынки. И довяжем до того размера, который вам необходим. Не забываем, что у нас еще будут привязаны такие тесемки. И затем, когда мы все свяжем, мы обвяжем его и обвяжем вот так еще красиво окантовочку косыночки. Итак, вяжем сами. И через время встретимся. И вот мы связали косыночку нужного нам размера. Свою косыночку я обвязала еще нитью меланжевой зеленого цвета, так как она у меня будет украшена маками. И чтобы не было так заметен контраст, я разбавляю цветовое сочетание зеленой нитью. И сейчас нам осталось провязать еще косынки, вот такие тесемки. Сама тесемка равна приблизительно 22 сантиметра. И возьмем нить и провяжем цепочку, равную 26 сантиметрам. Сначала провяжем начальную закрепительную петлю. Это лишь в том случае, если вы меняли цвет. Если у вас однотонная, то вы будете вязать далее по самой косынке. Нить у вас обрезаться не будет. Я присоединяюсь вот в это место, в начало провязывания зеленой нити. И провяжу еще под 3 воздушные петли подъема, еще 2 столбика без накида. И затем свяжу цепочку, равную 22 сантиметрам. Итак, провязываем цепочку нужной нам длины. Провязав цепочку нужной длины,
вернемся по цепочке назад и провяжем по ней столбики без накида, начиная со второй петли от крючка. В каждую петельку будем вязать столбики без накида. Вяжем столбики без накида до конца цепочки. Провязали столбики без накида до конца цепочки. И теперь приступим к обвязке. Присоединим нашу тесемочку. И далее будем обвязывать над столбиками. С одним накидом будем провязывать столбики без накида. Под цепочку из двух воздушных петель провязывать будем столбик без накида. Итак, продолжаем над столбиками с одним накидом провязываем столбики без накида. И под цепочку провязываем столбик без накида. Почему я провязываю один столбик, а не два? В данном случае я это делаю для того, чтобы у меня край косынки не фалдил. Если у вас будет сильно стянуто, тогда провязывайте под цепочку из двух воздушных петель 2 столбика без накида. И так далее обвязываем край косыночки. Все повторяется одинаково. Единственное, что в серединке, то есть уголок косыночки, здесь под цепочку из двух воздушных петель мы провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. А далее мы будем обвязывать так же сам, одинаково. Итак, обвязываем самостоятельно косыночку. И вот мы подошли к следующему уголку косынки. И здесь так же, как и с другого края, наберем такое же количество петель воздушной цепочки и обвяжем ее столбиком без накида. Итак, провязываем вторую тесемочку. Провязали столбиком без накида до конца цепочки и провяжем еще несколько столбиков по столбику без накида или же 3 воздушные петли. Провязываем здесь под 3 воздушные петли и присоединяемся к нити белого цвета. Ниточку обрезаем. И вот что у нас получается. Что мы еще здесь делаем? Мы еще с вами обвяжем вот такой красивой обвязкой. Смотрится она очень так интересно, воздушно. И сейчас мы ее с вами свяжем. Возьмем ниточку, как в моем случае, зеленого цвета. И провяжем начальную закрепительную петлю. И теперь давайте посмотрим, куда нам лучше присоединиться. Вот такой вот у нас узор. Здесь я обвязывала хаотично. А чтобы вы не запутывались, давайте провяжем таким образом. Здесь в углу мы свяжем вот такой вот листочек, состоящий из трилистника, назовем его. Отступаем. 1, 2, 2 группы столбиков с одним накидом.
Здесь у нас будет трилистник. Снова 1, 2 пропускаем. Здесь трилистник. 1, 2 пропускаем. Здесь трилистник. 1, 2 пропустили. Здесь трилистник. 1, 2 пропускаем. Здесь трилистник. 1, 2 пропустили. Здесь трилистник. Ну, можно не до конца, так как здесь уже будет завязываться под шейкой. И чтобы оно не совсем мешало. То есть, чем меньше, тем лучше. И вот сюда мы с вами присоединим нить. Может быть, кто-то хочет более гуще или пореже рассчитывать. И тогда сами я показала, каким образом можно рассчитать. Итак, провязываем трилистник. И состоит он из 4 воздушных петель. Это первый листочек. Затем провязываем 2 накида и в эту же петельку. То есть первый столбик с одним накидом провязываем столбик с 2 накидами. Снова вяжем 4 воздушные петли. И сюда же провязываем в этот столбик соединительную петлю. Это у нас первый листочек трилистника провязан. Чтобы провязывать следующий листочек, мы пройдем соединительной петлей под следующий столбик с одним накидом и над ним свяжем следующий лепесточек. 4 воздушные петли, столбик с 2 накидами и 4 воздушные петли. Присоединяемся сюда же соединительной петлей. Далее для третьего листочка пройдемся соединительной петлей под следующий столбик. Снова провяжем 4 воздушные петли, столбик с 2 накидами и 4 воздушные петли. Присоединились соединительной петлей. И теперь у нас 2 пропускается, 2 группы столбиков. И провязываем над ними столбики без накида. У нас получится 1, 2, 3, 4. 4, 5. Можно ввязать столбик без накида, затем воздушная петля, пропустить столб без накида. Здесь уже немножко пофантазируйте. Так, итак, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Останавливаемся над столбиком с одним накидом. И провязываем снова 3 лепесточка. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. Один, два, три, четыре. И присоединяемся соединительной петлей. Далее соединительная петля провязывается под следующий столбик с одним накидом. И снова вяжется лепесток. 4. Столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. И соединительная петля. 2 лепесточка. И теперь провяжем еще третий. Соединительная петля. Затем 4 воздушные петли. Столбик с 2 накидами. И 4 воздушные петли.
присоединяемся соединительной петлей над третьим столбиком с одним накидом. Далее снова провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь вязание повторяем. Итак, дойдем до уголка. Вяжем отдельно и, довязав до уголка, я снова с вами буду вязать дальше. И вот мы провязали до уголка. И посмотрим, сколько здесь у нас получится столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот у нас провязанных 1, 2, 3. То есть у нас получилось всего не 10, как здесь было, а 8 столбиков. И 9 это, то есть все-таки 9. 9, с него мы будем вязать, начинать первый лепесток. Итак, здесь у нас получилось 9. И провязываем 1, 2, 3, 4. Сюда же вяжем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4. И соединительная петля. Далее соединительной петлей переходим в следующий столбик и повторяем провязывать лепесток. И третий лепесток. 1, 2, 3, 4 столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4 и присоединяемся соединительной петлей. И теперь также проходим 2 группы столбиков и столбиков с одним накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И далее продолжаем до конца стороны косынки. Немного не до конца. Вот так, чтобы у нас было одинаково с двух сторон. 1, 2, 3. 4 пропущено, и вот над пятым провязан последний лепесток. Итак, провязываем до конца. И обвязав до конца, ниточку мы обрежем и затем разгладим косыночку и обвязку. И вот косынка наша готова. Осталось ее украсить. Я буду украшать красным маком. Вы украсьте на свое усмотрение. А сейчас я с вами прощаюсь. Если вам было со мной интересно, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.